Тобой расскажи, боксу не получилось, а что получилось? Бой я готовила с технико-тактической точки зрения, очень много серий. Передо мной было очень много поставленных задач, но, к сожалению, не все их исполнилось. Я считаю, лучше хорошо проигранный бой, чем паскудно выигранный. Но я работаю с тем, что я имею. А когда дальше планируешь участвовать после таких турниров? Если был перерыв, я победитель чемпионата Украины в Украине, и я надеюсь приехать на чемпионат Европы. Так что я готовлюсь и стараюсь, чтобы у меня бои были лучше. Почему вообще ты бокс выбрала? Когда девочка, боксинг, стереотипы есть такие, да. Почему? Да, очень много, кстати, каких-то стереотипов.